Это же для Сережи. Ну я так попробую только. Попробую, посмотрю. Вкус детства. Давно просто не ел. А вот и Сережа с кем-то там. Чичи-гага пила топор. Лясы точит. Вот. Ну и конечно же это от нашей подписчицы. Оксана, Иркутск. Будем передавать. Друзья, кто хочет передать вкусняшки, Сереже пишите мне в Инстаграм. Название Инстаграма отправлю. Оставлю видео. Здрасте, здрасте, люди добрые. Кого? Опа, в чем сила, брат? Сила в правде? В правде. Дядя Дагестане, дай Бог. Вадик, завтра принесете шарики. Шарики принесли, пойдем. Шарики уже здесь. Шарики на месте. Не вздумай никому давать. Я тут. Даже тебе не давать? Нет, никому, кроме него. Да? Пятерых вчера поймали. За что? За шарики? Нет, пятерых здесь. Подсудимых, кто сбежал с изолятора. Здесь много здесь. Ты поймал? Нет, их поймала. Полиция, казаки забрала их. Передай привет. Передаю всем привет подписчикам. Оксане. Сане. Оксана. Оксана, привет передаю. С Иркутска. С Иркутска. Она привет тебе взяла сахар. Вот смотри, сладкую вату тебе взяла. Поблагодари ее. Благодарю. Друзья, кто хочет сделать какой-нибудь подарочек Сереже, может одежду, может что-то вкусняшки, вот. Оставлю свой Инстаграм в названии, пишите в Инстаграм и обязательно... Друзья, услышите привет от Сережи, и он вас поблагодарит за вкусняшки. Давайте, ну, поддержим, у кого есть, конечно же, желание. Ни в коем случае никого не обязываем, да? Нет. Кто хочет, тот сделает. Не делает. Сделает, не сделает. Ничего страшного, делает. Друзья. Дай Бог здоровья сейчас всем. Суббота. Ну, давай. Давай, присаживайся, присаживайся. Это пока убери канистру. Можно канистру. Давай. Как ты будешь расправляться? Давай, покажи максимально, как ты ее можешь. О! Я не могу. Вот это ты бульдозер. Вот это ты. Я не могу. Вот это ты бульдозер. Она максимально. Если очень быстро будет, сейчас я тебе, Сержик. Нравится? Опа! Давай, максимально быстро я тебе дам вознаграждение. Очень крутой шарик. Очень крутой шарик. Шарики, шарики, шарики. Дядя Дагестанец, Ленка плачет теперь. Кушай, Славенка. Дядя Дагестанец, Ленка заплакала. Да? Что этого сына зарезали? Ой, тихо, хватит сейчас. Бадик, сына ночью зарезали. Никого ничего не сделали. Присаживайся. Ты это видел или слышал? Ночью. Ты это видел или слышал? Тарабанили вчера. Людкины друзья, шаболды этой. Можно квасу попить? Конечно. Как квас будешь пить? А ну покажи. Нормально? Максимально. Опа, охладит тебе тут, да? А, вкусно. Будет сладко ночью, да? Будет? Будет сладкая ночь. Сладкая ночь. Такие красивые цвета взял, забалдейся. Это взял фермачевые шарики. Вкусно. Кайфовые вот такие. Нравится? Нравится. Нифига ты вату упаковал. Новый стиль, да? Вот так надо ее есть, да? Да? Кстати, так удобнее, да, чем каждый раз прилипает. Смотри, он как придумал. А, вкусно. Оксане привет передай. Иркутск. Саша, я тебе привет передаю. Нет, нет. Оксаночка, привет передаю. Иркутска. Да. Пожелание сделай. Дай Бог. Пожелание. Пожелание. Дай Бог здоровья, счастья. Счастья. У тебя липкие руки тебе. Ой, Сергей. А ну, городам начисли привет. Всем городам. Давай, какие привет. Города знаешь? Поехали. Ну-ка, Армения, Азербайджан, Карабах, Армения. О, я не понял, это что за новый этот? Дагестан. Ага, еще? Украина. Ага. Ставрополь, Пятигорск, Утлабинск, Геленджик, Горячий Ключ, Сергей Посад, Московская область, Геленджик, Горячий Ключ, Санкт-Петербург. Израиль, Палестина. Палестина. А ты знаешь, что сейчас война идет конкретная? Израиль что-то... Конкретно тоже, я не знаю, движение наводит там ракетами. Где
и с той стороны тоже неплохо прилетает. Почему война, ты знаешь? Почему нельзя мирно жить? Надо мирно жить. Должен быть мир во всем мире, а не ракеты вот эти пускать. Что это дает людям, я не знаю, почему так происходит, а? Можешь сказать? Да, так по-моему не говорили. Ты слышал? А ты знаешь, почему война вообще? Почему? Скажи, не воюйте. Не воюйте ночью. Как понять ночью? Не воюйте. Днем и ночью не воюйте. Днем можно, да? Нет, не воевать ни днем, ни ночью. Нельзя? Нельзя. Скажи. Нельзя воевать днем и ночью. Скажи, я запрещаешь? Запрещаю воевать. Вот так, правильно. Не воюйте, живите мирно, скажи. Живите мирно. Скажи, что это такое? Что это такое? Бардак, не бардак. Дядя Дагестане, дай мне шарики. Я дома надумал. А ты мне какую-нибудь... У тебя, я слышал, новая песня есть какая-то. Кайпы, 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 а рядом красотуля, кайпуем. Нет, не то. Ты что-то новое пел, помнишь там? Он что-то, ты что-то, у тебя новое есть. Красотуля. Нет, новое, твое что-то. Тополиный пух жара, тополиный пух жара. Нет, у тебя другое, еще что-то, еще ты что-то знаешь. Вспомнишь. Кайпы, кайпы, кайпы. Нет, одно и то же поешь. Ты, у тебя что-то, ты там постоянно что-то ты пел свое, что-то новое у тебя. Жарко здесь. А я тебе, Сержик, знаешь, что взял? Да, жарко, пойдем в холодок. Подожди. Жарко тут. Вон, иди. Вон на ту скамейку пошли. Там, не надо, я тут. Там тенек. Вчера их забрали, мусора пьяных. Ты видел? Видел, как этого. Кого? Надьку и Нинку забрали, Ирку забрали. Всех троих? Всех троих, и Сашка попавший. Четвертый, да? Четвертый был. От замес попал. А пятый был кто-нибудь? Отец Володькин пятый был под пьяным, под бухом. А шестой? И шестой Володькин отец. Отец и пятый, и шестой был, да? Да, он под бухом забрали. Размножается, что ли? Размножается он? Мать, Аташка. Пьет? Молодец, мать, обижает. Кто тебе это сказал? Информация откуда? Это по времени вчера. А, вот, это уже ближе к делу. Я новости слушал. Нравится новости слушать? Ух ты как, квас любишь? Квас. Завтра принесите еще квасу. Думаешь? Да. Нам надо на природу уже поехать. Сосиски пожарить, на речке полежать. А? Поедешь? Сейчас ты это съешь. Смотри, я тебе какую приколюшку взял. Макс, покажи поближе. Смотри, какая приколюшка прикольная. Опа. Лягушка. Нет, это осьминог. Осьминог, ох. Забабахаешь его? Нет, забабахаю. А ну давай, как ты его? Он что? Блин, ты аккуратнее зубы поломаешь. У меня зуб болит. Аккуратно, это же не жевательный. Не кусай это его. Это как чупандроуз. Чупа-чупс. А, вкусно. Это как чупа-чупс. Не грызи, зубы поломаешь. Ну, поломаю. Да? Ух. Аккуратно. Никогда не поломаю зубы. Да? Мужчина даже пасту давал, врач, сказал. Тебе это... Поздоровайся. Вон, поздоровайся с девчатами. С девчатами поздоровайся. Не здороваешься ты с девчатами, да? Познакомить? Леночка ушла. Нет, с девчатами познакомить. Познакомлю. Оп. Достань. Ты куда? Деревяшка, ты что, куда ее? Туда тоже вместе. Это у тебя в кишечник воткнется, ты потом у тебя весь это постановится. Ты аккуратно. Ты поломай ее напополам, если ты хочешь ее этот, ага, а палку выкинь. Ты что, внимательнее будет, ты так кишки себе проткнешь. Не бойся. Да. Кровоизлияние будет внутреннее. Ты потом будешь мучиться, знаешь сколько? Ты этого хочешь? Нет. Нет, аккуратно надо кушать, Сережа. Как кушать-то? Выкинуть ее. Выкинь лучше. Этот сделай. Дай мне. Я дома надую, дядя Дагестан. Я дома здесь. Вадик, придете завтра, мне одежду, холодно будет. Как холодно, плюс 40 градусов. Если похолодает. Если похолодает, обязательно принесем. На, вон руки протри, сейчас от сладкого. Нормально протри. Вот, все.
Вот так делай всегда, хорошо? Хорошо. Второй раз, так вот аккуратненько. Здесь другую салфетки чуть позже принесем влажные. Принести? Принести. Вадик, света не было, вчера отключали. Да? И что делали вы без света? Вместе пойдем. Дядя Дагестан. Надуешь? Надую. Я детям буду на такую жару. А, сейчас. Я сейчас могу надуть и лопнуть. Не надо, не надо, я дома. Ты здесь будешь надувать? Надую. Присаживайся. Надую. Я надую. Но ты должен для начала угадать, какой руке. В этой будет. Давай, сейчас посмотрим. Ты заранее не говори, а то я в другую руку поставлю. Вот. В этой. Подожди, подожди, не говори, не говори. Не говори. Конечно, не говори в какой руке. Опа. В этой. Опа. Угадал. А в этой? Этой тоже. А в этой тоже? Опа, нету. Вон, у тебя в кармане. А, в каком? Вон, где? В каком? В правом. В этом? В этом. Позора нет. Угадал. В этой. Но вот это надуй, вот этот дам. Надую. Надую? А, надую. А ну. Это, видишь, фирменные они. Дыхание больше надо. Смотри, он чего делает. Маневры делает. Плотный, да, шарик? Не надо. Я маневрирую. Еще, еще больше надо. Что? Не надо. Он боб не такого, да. А какой? От какого холода на улице плюс 32 градуса? От холода, говорит. Я маневрирую. О. Точно? Точно. Маневры делаю. Да, какие я... маневры? Локомотивные. Зеленые и красные. Маневрирую. Я не могу. Ты мол, смотришь? Да. Что выигрывает? Каланцы надо. Краснодарцы выигрывают. Да, желтый мне. Наши. Я дома, на... да, я здесь надую. Голландцы уже наши? Подожди. Не надо, я сам надую. Да? Да, не, я надую сам. Давай. Еще. Не надо, шарик лопнет. Еще чуть-чуть еще надую. Чуть, не надо, чуть, я ну, маневрирую чуть-чуть, надую все, отпускается. Я дома надуваю. А дома сколько надуваешь? Нет. Большие дома надуваешь? Нет. Маленькие? Маленькие. Большие много нельзя надувать? Нельзя. Что будет? Хлопок. Хлопок? Хлопок будет? Да. Попозже салфетки принесите. Хорошо. Попозже подойду вам. Играем, Сережа. Вот смотри, у меня здесь сколько? Ну 3000, допустим, рублей. Давай вот на ком поставим. На кон. Да. А ты знаешь, какая сколько означает? Да, давай, а ну для начала. Вот сколько это? 10. 10 рублей это? 10 рублей. Да? А это сколько? 10. Тоже 10? 10. А это? 12. 12 рублей? 12. 10. А это? 500. 500 рублей это? Да. Ага, понятно. Скажи ему и пусть запомнит. Так. Смотри, это 500. 500. 500. 500. 1000. 1000. Видишь? 700. Да. 500. Это тоже 1000. 1000. И это 50 рублей. 50 рублей. Вот. Ставим на кон. Орел, орешка с первого раза. Орел, орешка будет. Я орел. Раз. Два, три. Два, три. С первого раза. Ты что говоришь? Орел будет. Вадик, ты что говоришь? Орешка. Орешка. Да. Раз. Два, два три. Три. Решка, решка, подожди, орешка. Подожди, решка, решка, подожди, подожди. Опа, Вадик. Вадик. Все. Вадик, ты выиграл. Не, ну. Ну давай поделимся честно с тобой, давай. Давай, спасибо. Я не жадный. Дай Бог вам здоровья. Дай еще одну тысячу, дай. Спасибо вам. Дай Бог здоровья вам. Не обижай. Я не технически смотрю. Это тоже. Спасибо. Я на продукты потрачу. Молодец. Что дай Бог. Продукты, воду куплю. Сладкую. О, блин, тут пчелы летают, видишь? Мед хотят делать, да? Ты мед любишь? Нет. Не любишь мед? Нет, я воду люблю. А мед? Нет, нельзя. Как брать. Нельзя мед, ты че? Мед можно. Как нельзя мед? Святой я кушал мед. Святой мед? Да, с вареньем люблю. Да, вкусно, да? Вкусно. А не, можно орел, орел, орешка? Да? Давай, если отгадаешь, присаживайся. Тебе отдам. Раз, два, три. Два, три. Три. Орел. Опа. Раз, два, три. Орешка. Опять тебе не везет, Сережа, сегодня. Вадик. Орел будет.
Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Вадик, спасибо вам. Дядя Дагестанец. Смотрите, смотрите, какие прекрасные. Жарко, пойду попизю. Туалет скажу. Жарко мне здесь. Здесь же нельзя. Я не там. Я в туалет на территорию храма хожу. Куда ходишь? Да. Ну давай тогда скажи всем пока. Пока. Пока, Сережа, попрощайся. Пока-пока, да-да. Ну подожди. Попрощайся. Попозже принесу. Попрощайся нормально. Попрощаюсь. Передай привет всем. Всем привет передаю. Всем подписчикам. Подписчикам всем привет передаю. 200 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков будет. 200 тысяч. 200 тысяч подписчиков. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока-пока. Тополиный пух жара. Тополиный пух жара. Тополиный пух жара.